Ассоциация организаций профессионального образования республики отметила 5-летие со дня основания. Объединив усилия, техникумы, колледжи и училища осваивают новые компетенции. Глава региона отметил, что обмен опытом сейчас выходит на первый план. И все те организации, которые начали комплексно оценивать, правильно ли мы готовим наших студентов, обучаем, даем знания, производственные практики проходят и соответствующие корректировки сделали. И сегодня учреждение среднепрофессионального образования соответствует всем тем требованиям времени. И отдельные специалисты по компетенциям, когда имеют диплом о высшем образовании, идут к вам, переквалифицируются. На выпускников СУЗов республики спрос большой. Многие предприятия выступают партнерами в обучении специалистов. Студентов готовят для участия в чемпионатах рабочих профессий. За последние годы было завоевано немало престижных наград. Есть победители на чемпионате даже мира, я не говорю Европу. Нам нужно еще больше работать, поделиться, для того, чтобы студенты, заканчивая эти учебные заведения, могли, имея свое рабочее место, зарабатывать достойную заработную плату. В региональной ассоциации за последние годы апробировали и передовые программы подготовки студентов. Свою квалификацию повышают и преподаватели. Мы развиваем наших педагогов, особенно в свете цифровизации экономики, о которой говорил Путин. Мы обучали всех наших педагогов именно интернет-технологиям. Мы обучали и сайтостроению, и работе в аккаунтах соцсетей. А это значит, мы идем в ногу со временем. У нас ежегодно проводится до 10 онлайн-мероприятий, конкурсы, марафоны, фестивали, конференции. За 5 лет ассоциация доказала свою эффективность. Тем, кто кует квалифицированные кадры для экономики региона, вручили награды. Дмитрий Ковалев и Борис Андреев. Республика.